Продолжая тему мгновенного преображения и ухода за лицом, мы переходим к такой вот масочке. Масочка Pure Skin, и мне кажется, несмотря на то, что эта масочка у нас в серии для подростковой кожи, для проблемной, для угревой, эта маска, она должна быть у всех. Я сегодня ее испытала, несмотря на то, что я своей кожей настолько ухаживаю. Когда приехала с отпуска, сразу сделала все процедуры чистки, очищения, скрабирования. Вчера делала аппаратное очищение вечером. И тем не менее, когда я утром делала маску-пленку, она еще повытаскивала много вот этих жирных жировичков. Эта маска наносится на распаренную кожу, поэтому я сейчас после тренировки часовой я бегу в душ. Жду 20-30 минут. В маске содержится угольная пудра особого тонкого помола. Она отлично абсорбирует лишний жир себум, что делает ее незаменимой при избавлении от жирного блеска, от черных точек. И экстракт ананаса, который содержит альфа-гидрокислоты AHA, обладающие мягким отшелушивающим эффектом. Ну а также увлажнение натурального сахара витамина С, мощный антиоксидант, который уменьшает воспаление. Только собралась снимать пленку, как наши соседи начали жужжать. Я вчера делала глубокое очищение кожи, другую масочку. Ну, как бы у меня не все так страшно в моей жизни. Поры у меня нормальные. Я бы не сказала, что у меня какая-то там грязь. Все-таки вот здесь вот чуть-чуть поры побольше снимают. Угу. Вот эти поры все-таки вытягивает. Видите, да? Чуть-чуть повытягивала. Чуть-чуть есть. Я вчера очищала лицо хорошо при помощи скрабирования, при помощи потом делала масочку. Я думала, что у меня будет, может быть, как у Ольги Поляковой, но нет, моя кожа оказалась все-таки более очищенной. Когда я у Оли Поляковой посмотрела видеообзор, когда она снимала, у нее прям все вот так вот забито вот этими белыми-белыми, она вытаскивала, и у меня просто вот так вот загорелись руки, когда же придет моя маска. Потом... И у меня задавали вопрос, когда можно ей пользоваться. Мне кажется, пользоваться можно с любого возраста, и девушка 12 лет ребенку, ну пусть хотя бы один раз в неделю, либо в две недели делать, потому что если вы видите, что у ребенка кожа грязная, забитый пор, почему нет? Почему нет? Нету такого ограничения, когда начинать ухаживать за лицом. Но не надо в 15-16 начинать, когда уже у ребенка все забито, все поры забиты, потому что и вот как раз-таки у него идет половое у ребенка созревание, гормоны идут, а если нету качественного очищения, ухода, потом все это превращается в микробы, грязь. И потом уже, когда у вас есть заболевание кожи, уже это тяжелее с этим справиться. Очень жалко, что в свое время мне это никто не рассказал, не объяснил, потому что у меня проблемная кожа, и я всегда говорю, что у меня идет еще как пищевая аллергия, потому что чуть-чуть я съела ешки, чипсы, случайно там гамбургер, ни в коем случае фастфуд, что-то, все на моем лице тут же отражается, и проходит это 1,5-2 недели. А если я соблюдаю питание, правильное питание, все замечательно, моя кожа просто потрясающая, я могу обходиться без любого тонального средства. О да. В общем, правильно напитаться. Крутая маска. Рекомендую обязательно всем.